Реконструкция стадиона «Спартак» продолжается. Сейчас работы ведутся на западной и восточной трибунах. На последней армируют и бетонируют вертикальные конструкции второго этажа. На западной трибуне завершили устройство железобетонных фундаментов второго и третьего секторов. Сейчас там армируют вертикальные конструкции первого этажа. На стройплощадке трудятся больше 120 специалистов. По проекту завершить реконструкцию планируют в марте следующего года. По мере появления фронтов работ мы планируем приступить к устройству внутриплощадочных инженерных коммуникаций, в частности, к прокладке сетей канализации. Также будем приступать к кирпичной кладке восточной трибуны при появлении фронтов работ. Ориентировочно через 1,5-2 месяца мы уже будем вести кладку наружных ограждающих конструкций и перегородок восточной трибуны.